Добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Сегодня я вам покажу очень простой, очень красивый дизайн. Вам понадобится два цвета. Я взяла розовый и синий. Два контрастных цвета. Вы, конечно же, можете брать те цвета, которые вам нравятся. Розовым лаком я покрываю мизинчик и половинку на безымянном ногте. Это все мы отправляем в лампу. Первый нанесенный цвет сушить нужно обязательно, так как у нас контрастные цвета и между собой в сыром виде они могут перемешаться. Остальные ноготки я покрываю темным лаком и отправляю в лампу. Также нам понадобится гель моделирующий и топ без липкого слоя для того, чтобы мы могли качественно закрепить наши стразы. В том месте, где мы запланировали наши стразы, мы нанесли тонкую полосочку моделирующего геля, а дальше мы покрываем это все топом без липкого слоя. Не сушим его и начинаем туда моделировать наши стразы. Некоторые, конечно, могут критически отнестись к такому методу крепления, но поверьте мне, девочки, месяц стразы будут носиться просто на ура, и ни одного камня ваша клиентка не потеряет. Мало того, вы еще очень сильно потрудитесь, чтобы их снять с этих ноготков. Итак, помещаем наши ногти в лампу. На темном лаке светлым лаком мы рисуем нужный нам рисунок. Мне захотелось сделать сердечки. На непросушенный слой нашего рисунка мы засыпаем акрил. И да, девочки, я делаю это ложкой. Мне так очень-очень удобно. И помещаю эту всю красоту в лампу. Вот такой симпатичный дизайн у нас сегодня получился. Смотрите другие мои видео, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик. Всем удачи, всем пока!